Петров Алексей Андреевич, наводчик 76-миллиметровой пушки 166-го гвардейского стрелкового полка 55-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии. Родился 20 ноября 1918 года в городе Малая Вишера, ныне Новгородской области, в семье рабочего. В Красной армии с сентября 1939 года призван Маловишеровским РВК. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 года воевал в составе частей Юго-Запада, Западного, Северо-Кавказского фронтов, отдельной Приморской армии, 1-го и 3-го Белорусских фронтов. Приказом по войскам 28-й армии от 11 апреля 1945 года и 14 июня 1945 года гвардии старший сержант Петров Алексей Андреевич был награжден двумя орденами славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 ноября 1951 года в порядке перенаграждения Петров один из вышеназванных орденов был заменен на Орден Славы 1-й степени, стал полным кавалером Ордена Славы. В 1945 году Алексей Андреевич был демобилизован, жил в станице Славянской, ныне город Славянск на Кубани Краснодарского края, работал на рыбокомбинате, последние годы жил в городе Краснодаре. Умер 12 января 1991 года, похоронен на Славянском кладбище Краснодара. Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной звезды, медалями.